Вот это панорамы, которые были в Херсонском краеведческом музее, это такая основная по краю, там будет скифская баба, и по ней даже нарисованы сюжеты картин. Вот видите, как она вдалеке стоит, и есть такая же картина. Ну, такая степь, красиво все сделано, смотрите, как эти чучела животных. Это уже было давно, и сейчас неизвестно, в 2023 году это все есть или нету, где оно находится. И смотрите, как природа, сколько всего тут есть. И вот так вот для памяти кадры остались. Бедные животные, но у всех срок, как говорится, на земле ограничен. Эти чучела так сделаны. Потому что, гляжу, стали файлы на жестком диске пропадать. Старый жесткий диск, он осыпается. Это как в фильме по Стивену Кингу «Лангольеры». Вот посмотрите, как исчезают люди, вещи. Так и на жестком диске, что надо эти файлы выработать. А эта черепашка у них там живая в музее. Все красиво, там такой шум стоит, я звуковую дорожку убрал, потому что людей много было, это, кажется, был день открытых дверей в музее. Ну, много всего собрано, конечно, в каждом городе такое есть. Тут у каждого поселка можно открывать такой музей, потому что много можно найти всякой всячины, начиная от людей, которые жили, вещей знаковых, которые им принадлежали. То есть тут уже простор фантазии. У меня есть вот «Круглоозерка» на YouTube-канале. Так там вообще картины делали из ракушек и перьев птиц. То вообще уникальное. Можете видео по поиску дать, посмотреть. Ну, вот так вот оно все выглядит. Немножко так оно тут повторяется, как бы по сюжету. Но эти уже кадры, как говорится, не с ними. Сейчас этого всего нету уже. Может, в дальнейшем будет. Кругом есть таблички, что где значит. Сходите в своем городе в краеведческий музей, увидите много интересного. Такие гадюки, конечно, все их боятся, этих в степях. Их много. А каракурты только чего стоят, эти пауки. А это черепки понаходили. Отдельно я скифскую бабу покажу, которая есть в музее и в запасниках во дворе, которые лежат еще дополнительно бабы, которым по 5000 лет. Ну, то есть, у нас же летоисчисление, то, что было отменили в 1700 году, а до этого был 7523 год, тогда, когда отменяли. Так что мы живем сейчас по другому календарю, а это так музей выглядит, вход. А тут вот впереди сразу такие пушка стоит. С двух ракурсов я фотки авторские свои даю. Вот так вот она выглядит.